Мой новый магазин для животных прекрасен. Игрушки есть, корм на месте. У нас есть домики для питомцев на любой вкус. Минутку, чего-то не хватает. Ну, конечно, мне нужен ассистент. Если вы ищете помощника, я идеальный кандидат. Ответственный? Ясно, вы приняты. Вы не пожалеете. Займемся оптимизацией рабочего процесса. Нет-нет, твоя задача вытереть пыль. Убирать? Ну ладно. Если что-то и делать, то делать это лучше всех. Идеальный порядок. Ни пылинки не осталось. А на пустых полках я предлагаю лучше подмети пол. Пол? Ясно. А я займусь важными делами. Откуда берутся эти комья земли? Убрал. Что? Снова? Подозрительно. Уберу и это. Кто это? Сделай что-нибудь. Привет, я Земля. Здравствуйте. Я запылилась. Чуть не забыла. Мой песик. Ему нужен домик, поэтому мы здесь. Без проблем, ты ведь построишь домик, Бен. С радостью. А я пока присмотрю за вашим песиком. Не волнуйтесь, он в надежных руках. Спасибо, я скоро вернусь. Приступим. Сперва замеры. Из этого выйдет отличное основание. Но чем его застелить? Газон. Спасибо, земля. То, что нужно. А теперь забор. Что скажешь, песик? Ему нравится. Еще бы. Приклею понадежнее. Это мои любимые шоколадные снеки. Ты тоже проголодался. Вот корм и вода. Угощайся. Ммм, как вкусно. Как там продвигается строительство? Ой, гадость. Перепутала тарелки. Забор готов. А здесь я припрячу косточку для песика. И земли добавлю побольше. Гирлянда из ягод и грибов. Замечательно. Бен, вынеси мусор, будь любезен. Конечно, но не сейчас. Сперва я сделаю из ведра домик. Ты мне что-то принес? Кору? Вот, спасибо. С помощью коры ведро превратилось в настоящий пенек. А сверху добавлю мох. Вау, отличный получился домик. И коврик перед входом. Чего не хватает? Знаю. Засею землю семенами. Воды побольше. Вкусняшки сюда. А воду сюда. Замечательно. Домик готов? Посмотрим. Вау! В смысле, мило. Вы это сделали. Потрясающе. Нави, иди к мамочке. Что скажешь про свой новый домик? Он не в восторге. Нави не нравится. Я еще не закончил. Что это? Фото Нави. О, это так трогательно. Добро пожаловать в твой новый домик. Вот теперь Нави доволен. И косточка нашлась вовремя. Это вам за работу. Вы отлично потрудились. Что? Листья? Бен, это тебе. Забирай все. Спасибо. Вау, я богат. Не так быстро. Спасибо вам. До встречи. А я что получу? А ты получишь новое задание за уборку. Домики для питомцев, стихи, прибыльный бизнес. Пришло время сменить направление. Теперь это зоомагазин для четырех стихий. Отличная идея. Четыре стихии. Мой пол и не отвлекайся.
А, это ураган? Привет, я воздух. Привет. Бен, займись нашей клиенткой. Чем вам помочь? О, я хочу заказать домик для моего кролика. Какой милашка. Чего стоишь? Займись домиком, а я домою пол. Никогда. Что ж, приступим. Из брусков соберу основание для домика. Отлично. Теперь другая сторона. Держится крепко. Готово. Этап второй. Покраска. Цвет ясного неба – то, что нужно для воздуха. Согласны? О, да. Этот малыш любит свежий ветерок. Что делать дальше? Перегородку из сетки. И степлер мне поможет. Дверца оптимального размера. Закрепляем петли. Сделано. Раз, два, три. И лесенка для кролика готова. Как продвигается строительство? Заказчик может выбрать цвет. Думаю, я понял, какой цвет нужен. Белый, самый воздушный из цветов. А лесенку раскрашу всеми цветами радуги по желанию клиента. Ее место вот здесь. Коробку. Благодарю. Вырезаю отверстие нужной формы и обклею белым мехом. Сделано. Здесь кролик будет спать. Кормушку повешу здесь, а поильник с другой стороны. Наполнителя побольше. И можно устанавливать крышу. Синтепон превратил скучный картон в мягкое облако. Ниндзя Бен вершит правосудие. Бен, не искать нового помощника. Не нужно, это была шутка. Сено для кролика есть, добавлю корм. С такими клиентами мы не пропадем. Согласен, ушастик? Капуста! Подожди-ка. О, нет! Что ты наделал? Ха! Домик для вашего питомца готов. Добро пожаловать! Ему определенно здесь нравится. В этот домик нельзя не влюбиться. Спасибо, вы проделали отличную работу. Это вам. Спасибо. Сколько денег? Бен, ты уронил. Благодарю вас. Мне пора. Пока. Эффектное прощание. Может, освежим витрину? Что это? Бутылка? Откуда? Такси? Что это значит? Пахнет, как обычная вода. И на вид вода. Что? Привет. Да, это я. Успел. Не обращайте внимания. Чем могу помочь? Моей черепашке нужен новый домик. Мы все сделаем в лучшем виде. Начнем с аквариума.
И эта коробка мне пригодится. Нет. Нет. Да. Но как построить площадку для черепахи? Знаю. Держится крепко. Отлично. Площадка будет с этой стороны. И экстремальный спуск. Я почти докрасил. Площадка будет белой. А горка голубой. Ну вот, настоящий водопад. Осталось только нарисовать символ воды. И камушки с речного дна. Здесь будет забор. Одно заполнят декоративные камни и ракушки. Красота! Поилка-водопад украсит площадку, а рыбка-кормушка расположится в углу. Скучное стекло обклею рыбками. Не падай. Другое дело. Что это было? О, мне плохо. Рыбацкая сетка подходит идеально. Пора будить Джули. Ау, просыпайся. Черепашка, пора знакомиться с домом. Но где вода? Я здесь, без паники. И я без труда наполню аквариум. И это все? Лампа для тепла. Ладно. И свежая рыбка. Моя черепаха в восторге. А водные горки она обожает. Отличная работа, спасибо. Вам спасибо. Где мои деньги? Вот это тебе. Пойду сушить. 200, 300, 400. Со счета не сбейся. А это кто? Вам чего? Привет. Моему хомяку нужен дом. Попросторнее. Я займусь. Нет. С этим я и сама справлюсь. Спасибо. Что тут сложного? Коробка, ножницы, вырезать отверстие. Вау! Добавить крышу и все это обмотать скотчем. И сено побольше. Домик готов? Нравится? Не очень. Он огнеустойчивый. Бен, это огненный хомяк. Работа для тебя. Я позабочусь о хомяке и о его домике. Благодарю. Я построю для тебя домик, дружище. Подержи его. Спасибо. Здесь места будет достаточно. Стены оклеим картинками джунглей. Наполнителя побольше, а в уголке установлю домик-вулкан. Вау, огненное колесо! Тушите пожар! Это поилка, а не огнетушитель. Мини-барбекю вместо кормушки. Что это? Комета! Есть идея. Это будет качелька. Готово. Запускай клиента. Вау! Домик пришелся ему по душе. Спасибо, отличная работа. А где хомяк? Мы его потеряли. О, нет. Что нам делать? Привет, вы закончили? А где мой питомец? Ребята, куда спрятался хомяк? Напишите в комментариях. А вот и мой пушистик. Иди ко мне. Тебе понравился новый дом?
Ему понравился. Спасибо, это вам. Уголь? Ха, оставь себе. Почему? Вау! Золото, наконец-то. Пока. Что? Отдай сейчас же. И принимайся за уборку. Мои деньги. Мне пора в отпуск. Денег должно хватить. Удачи. Бен, доверяю магазин тебе. Счастливо. Вау, теперь я здесь главный. И мне нужен помощник. Мне нужна работа. Принимайся за уборку.